Мадам президент, теперь мы знаем, как Менендес все это провернул. Теперь ясно, что Менендес хотел, чтобы его схватили и доставили на Обаму, где он и нанес удар. Троянский конь. Одиссея. С помощью целлериевого устройства он заразил наши внутренние серверы вирусом, который поразил всю военную спутниковую инфраструктуру. К сожалению, дронами все еще управляет он. Он использует спутники связи по всему миру. Какие у нас варианты? Ну, хорошие новости тоже есть. Мы отследили источник сигналов. Гаити? Аксо уже в воздухе. Приземлимся за 10 минут до времени Че. Как быстро дроны доберутся до остальных городов? При текущей скорости и траектории, примерно за 10 минут до времени Че. О, Господи, а как же Китай? Мы приступаем к скоординированной атаке по Гаити. Теперь Ченю можно доверять. Он не подведет. Вот и все? Неужели конец? Госпожа президент, да поможет нам Бог. Время до цели 60 секунд. Все готово. Подтверждаю. Все в порядке, сектор. Будь честен. Внимание, мы получили несколько заданий. Нейтрализовать сигнал, управляющий дронами. Уничтожить или захватить объект Рауля Менендеса. Время до цели 30 секунд. Черт, еле повезло. Поддержки 1, доложите обстановку. Заняли позицию по западному флангу, зона и здания. Спецсилы Китая на подходе. Группа 2, вы на месте? Так точно, на позиции с востока параллельно вашему маршруту. На крышах 300 зданий. Спецназ, подвигайте на крыше. Они разберутся со снайперами. Подход, главная группа идет на юг. Связь по необходимости. Экскастрилы не успевают приземлиться, их уничтожаю. Нейтрализовать зенитные лазеры на крышах. Группы 1 и 2 занимают позиции для поддержки. По своим не стрелять. Отвлекаться. Наша задача прекратить передачи и убить Менендеса.
группа 1. Вражеский клау у заданного здания. Требуется огневая поддержка. Группа 1 видит объект. Готовьтесь к ракетному удару. Прорываемся в здание! Соль сдохла. Что там у тебя? Можешь войти? Вот дерьмо. Рауль Менендес передает вживую через интернет. Он сейчас... Роскошь — это грех. И мы должны расплачиваться за нее. Лос-Анджелес был флагманом их абсурдного материализма. И я его уничтожил. Не пускает. Вскроешь систему? Они думали, что я хочу убить президента. Мы в жопе. Госпожа президент, я уже миллион раз мог вас убить. Правда? Я хочу, чтобы вы это видели, знали.
Каково это? Дронами управляют не с Гаити. Что? Сэр, мы больше ничего не сегодня можем сделать. Мы не в силах вернуть управление дронами. 2 миллиарда людей живут в абсолютной нищете, страдая. Твою мать, он готовится к удару по Нью-Йорку. Надо его остановить! Госпожа президент. Какого хера? Вы лишились своих военных машин. Самоуничтожение дронов. Ваша армия... Зачем? Парализована. Вам нас не остановить. Кардис Дей. Восстань, пока они еще не поднялись с колен. Ударь! Ударь! Изо всех сил! Так, выходим. Сектор, мы обнаружили труп. Один из наших. У него забрали форму и оружие. Не трогайте его. Сектор, говорит группа 2. По всему комплексу проходит серия взрывов. Это Менендес. Он пытается уйти, отвлечь от себя внимание. Всем на чистоте, всем контрольным пунктом задерживать каждого, кто пытается покинуть квадрат. Даже тех, кто в форме. Стану мучеником за Кордис Ди.
Увидимся с тобой через год. Перечитываю Улисса и готовься. Нет. Он всего лишь грустный старик, который говорит сам с собой. Пусть болтает. Клянусь богом, я тебе это кресло засуну так глубоко в жопу. Привет, Вудс. Говёно выглядишь. Стой здесь. Я же тебя пристрелил. Выходит, хреновый ты стрелок. Иди ты. Где-то твою мать ошивался 30 лет. Полковник Курц. Целлериевые черви атакуют электросеть. Электростанции, водоканалы. По всем штатам. Ой, нет, по всему миру. Дайте президента. Спокойно, задрот, я справлюсь. Дэвид Мейсон, сержанту Вудсу. Еще один Мейсон? О, господи, оцепить здание. Привет, парень, заходи. Господи, Фрэнк. Познакомлю кое с кем. Эл, это Дэйв. Дэйв. Как дела? Это твой отец. Отец. Нет, не трогайте моего папу. Ни хера не понимаю. Ой, вы прям как бабы. Давайте-ка дальше самостоятельно. Мне нужны сигареты. Шрам еще остался. В тот день я тобой гордился. Я упал. Да. Но потом поднялся.
Итак, вы прославились тем, что спасли мир. У нас очень редко бывают знаменитости, которые сделали что-то стоящее. А вы не хотите создать свое реалити-шоу? Ох, еще бы, Джимми. Ясно. Так, что скажете? Наверное, приятно сегодня быть на вашем месте. Ага. И очень хуёво быть на месте Рауля Менендеса. Try it out.
Thank you.